Вот наши узбеки в Нью-Йорке сидят, работают, в Канаде, Корее, по всему миру. Мы разбрелись, в том числе и в России. У меня к вам вопрос, Эльдар Ака. Как вы думаете, в конце месяца сколько вам остается? Да, вы зарабатываете вот столько, но в конце месяца, после расходов всего-всего-всего, давайте сравним Нью-Йорк и Ташкент. Цифры, посмотрите, пожалуйста. Ноль. Во! Я рент, у меня рент только 2000 долларов стоит, один месяц рент. Ага. Квартиры. Остается, то есть, квартира 2000, остается ноль. Машина, страховка, это большие деньги стоят здесь. Вы там 50 тысяч долларов в месяц, если в год будете зарабатывать, можете выжить? Человек, который зарабатывает 50 тысяч долларов, он будет сидеть на велферах, на помощи государства, на одежде, на еде, на картошке такой тухлой. Ну, короче, на помощи государства будет сидеть. А 50 тысяч долларов в год в Ташкенте? Король будет здесь. А, здесь вы как король. Так я что, думаю, цифры не должны вас как. О, для того, чтобы на нуле жить, на нуле, концы с концами свести, и без отдыха, без ничего, постоянно работать, но ты не в долгу, никому не должен. Ну, остается в месяц какие-то, ну, пару тысяч долларов. Сколько годовой должен быть у вас вход, ваш счет годовой? И откуда будет налоги уходить и т.д. прочее? Ну, я цифры знаю, если вы сами озвучите, им важнее. Вот здесь сидят за компьютером. Вы же знаете, мастер, как много зарабатываешь, много налог платишь. То есть вы же знаете, как здесь работает. Больше зарабатываешь, себя больше шлепают, и человек в эту рутину заходит, он еще больше зарабатывает, потом еще больше с него берут, он еще больше зарабатывает, его еще больше берут. То есть вот эта рутина, она вот западная такая, знаете, вы же знаете ее. Молодежь пока не знает этого. Идемте вдвоем. Вот это один в Америку хочет, а другой это в Чехию. Здесь вы видите только часть. Они все вас видят, двух молодых фантазеров. Когда сыну сказал, сынок, ты не пойдешь, не будешь учиться там, потому что с того института, да, вышли гениальные люди, но количество гениальных людей, они не отличаются от других вузов. Он на меня обиделся, ходил месяц надутый. Ну, говорит, хорошо, я с тобой, ладно, давайте сядем, посчитаем, сколько стоит обучение один год в этом институте? 176 тысяч баксов стоит годичное обучение. Нет, это не годичное обучение, это проживание, еда. Это проживание, еда, это ты посчитал, да? Если ты мой сын, значит, тебе нужен в год 200 тысяч долларов. Вот я хочу узнать, кто из вас мне даст? На 4 умножаем 800 тысяч или на всякий пожарный случай? Может, твой Эльдар Ака, как раз он в Нью-Йорке живет, богатый братина. Может, вы ему дадите? Могу только с жильем помочь. Комнату тебе выделить могу только. Значит, везде, запомните, везде, всюду есть весы, везде петухи одинаково кукарекают. Какова расход? Малайзия вот так зарабатывает, Индонезия вот так, Новая Зеландия вот так, Канада вот так, Франция этот. В конце до концов, если мозги не работают, ты везде, везде в минусе, по уши в долгах, и будешь работать, что раз ты попал в кредит, это означает современная форма рабства. Я предложил своему сыну, Эльдарака, помогите, пожалуйста. Сынок, я готов тебе помочь. Но с условием, если папа оплатит, то получится так, ты не будешь ценить. Ты не будешь цепляться за учебу. Давай так, половина ты платишь, половина папа платит. Ну ладно, чтобы я сделаю тебе легче. 100 в год я буду платить. 70, сколько, 6, да? Угу. Ты будешь платить. Какова вероятность, Эльдар Ака, что 18-летний парень там будет зарабатывать примерно 80 тысяч долларов
в год и учиться одновременно. Конечно, я вот на вас смотрю, прям красавцы, энергии прям прет с вас, я прям вижу это. Это не интеллектуальная энергия, это сексуальная энергия. Да, это не путайте. Ну, конечно, самородки бывают. Эти ребята, они слышали, видят в интернете, что есть люди, которые 18-19 лет добиваются там сотнями тысяч. Но это самородки, это как бы люди совсем, знаете, вот, ну, вы понимаете, мастер, о чем говорю я. То есть, да. Брать, если среднестатистического человека, 18-летний парень, чтобы на это выйти, обычно требуется много лет жизни, как бы, да, чтобы на это потратить время, деньги. А теперь идите. А то смотрят на себя, понимаете, любуются, стоят.